представляем вам новую рубрику программы «События» – «Народный патруль». В ней мы будем показывать записи с видеорегистраторов обычных автолюбителей. На видео фиксируются грубые нарушения правил дорожного движения. Видеокопилка славянских лихачей будет постоянно пополняться. Может, кто-то увидит на кадрах себя, а кто-то своего знакомого. На «Жигулях» ты или на «Лексусе» – все равно. Если нарушаешь, будь готов стать героем «Народного патруля». Мы будем благодарны всем, кто откликнется и поделится кадрами с автомобильных регистраторов или мобильных телефонов. Мы надеемся на помощь неравнодушных славянцев. Ваша активная позиция поменяет ситуацию на дорогах Славянского района. Видео ждем по адресу: улица Красная, дом 8, здание городского дома культуры, 3 этаж. Или присылайте материалы по электронной почте smtrk@mail.ru. Заводим мотор, включаем звук, поехали!